Торжественное мероприятие по традиции началось с выноса флага и гимна Российской Федерации, после чего специалист по культуре администрации Хасанского округа Ольга Бражник напомнила всем собравшимся историю возникновения и принятия государственного флага России. А юный воспитанник казачьего военно-патриотического клуба «Держава» Марк Бражник прочитал трогательное стихотворение, в котором перечислил значение каждого цвета государственного флага. Флаг у нас прекрасный, белый, синий, красный, белый мир и чистота, синий верность небеса, красный мужество отвага, вот цвета родного флага. С приветственным словом выступила первый заместитель главы Хасанского округа Ирина Старцева. Она отметила, что государственный флаг – это значимый символ страны, символ, который побуждает верить, побеждать и испытывать гордость за свою родину. Я хочу поздравить вас с тем, что вы являетесь гражданами великой страны, великой, могучей, единой страны. И сегодня мы все вместе с вами отмечаем этот праздник. Хочу вам всем пожелать здоровья, удачи, благополучия, а нашей стране процветания, крепости, единства и, самое главное, мирного неба над головой. Главными гостями праздника стали юные хасанцы, будущее нашей страны. За активную жизненную позицию, участие в жизни Хасанского округа и в связи с празднованием Дня государственного флага самым активным ребятам, воспитанникам казачьего клуба «Держава» были вручены грамоты и благодарности от главы округа. Одним из ярких событий мероприятия стала церемония вручения паспортов юным хасанцам. Права получить главный документ гражданина Российской Федерации в стенах администрации именно в день государственного флага были удостоены Александра Лавская, Ульяна Рогозина и Александр Шевцов. Вместе с представителями профильных ведомств Ирина Старцева поздравила ребят с важным этапом в их жизни. Напутственные слова сказала и специалист движения первых по Хасанскому округу Олеся Старожук. Вы сегодня делаете переход с детской жизни в взрослую, вы становитесь самостоятельными гражданами России. Вы сегодня входите в новую взрослую жизнь. Поэтому я желаю вам, чтобы вы выбрали свой правильный путь, чтобы ваша судьба и дальнейшая дорога была легкой. Праздничную атмосферу в зале создавала юная вокалистка Ясмина Авакимян. Она исполнила несколько песен, которые, конечно же, были посвящены России. Завершилось мероприятие традиционным флешмобом «Флаг России». Славянцы растянули на центральной площади российский триколор – главный символ страны. Олег Кудинов, Виктория Беляева. Новости славянки.